Всем привет! Я хочу сделать сегодня небольшой обзор по новой системе CloudMine. Показать, как работает данная система, какие преимущества перед другими проектами, как происходит выплаты, как происходит зачисление в Perfect Money и непосредственно в сам личный кабинет CloudMine. Принцип системы построен на облачной системе хранения. Что это значит? То есть все денежные средства хранятся в так называемом облаке, распределенном равномерно между участниками, согласившимися подключить свой кошелек к этому облаку. Более подробно я расскажу в этом обзоре. В системе на сегодняшний день используются такие платежные системы, как Perfect Money, Liberty Reserve. Ну, единственное, как бы Liberty Reserve пока еще не подключен, я так понимаю, то есть в кабинетах его не видно. Вот. И в ближайшее время, скорее всего, что еще произойдет подключение к новой платежной системе Mera. Итак, давайте посмотрим сам сайт CloudMine. Вот смотрим, значит, на главной странице. Ну, тут такая красивая анимация у нас с планеты Земля, да, с облаком и вот такие вот, в принципе, кнопочки, которые нажимаются, там можно по ним перейти, посмотреть информацию более подробно. Но останавливаться на этом не будем. Так, далее. Значит, у нас тут вверху, ну, мы уже вошли в свой кабинет, поэтому, как мы называемся, у нас здесь видно. Тут у нас находится кнопка в сам кабинет, чуть позже остановимся на этом подробнее. Тут размещен такой баннер, сейчас проходит конкурс, заявки там принимают, хотя уже, в принципе, наверное, все сегодня последний день, когда они принимаются, поэтому тут только можно будет проголосовать за претендентов, которые в количестве 10 человек поедут на Кипр общаться с лидерами сообщества Cloud Money, с Александром Соколовым, Андреем Бардианом, Сергеем Шорниковым. Чуть ниже расположен непосредственно сам ролик про Cloud Money. В принципе, вот можно даже немножко его посмотреть. Мы рады предложить вам суперсовременную, полностью автоматизированную финансовую систему Cloud Money, которая позволит вам заниматься тем, чем вы хотите, при этом иметь необходимую финансовую свободу. Cloud Money использует принципы так называемых облачных технологий в финансовой сфере. Система обеспечивает хранение и распределенный доступ к деньгам всем желающим. Зарегистрируйтесь в системе, внесите в денежное облако ваш взнос и ежедневно пользуйтесь общими деньгами прямо пропорционально вашему вкладу. Остаток вашего облачного счета автоматически увеличивается на 2,76% в день. Cloud Money снабжена системой стабилизации оттока, поэтому единовременно вывести деньги из нее нельзя. Ежедневно каждый участник может вывести лишь 1/100 часть, 1% от своего облачного счета. Система рассчитана в соответствии с последовательностью Фибоначчи, известной с древних времен. Принцип Фибоначчи обеспечивает гармоничное и стабильное развитие любой растущей системы. Cloud Money сочетает бурный рост и стабилизированный отток. Таким образом, в системе всегда есть деньги. Их количество вы можете видеть в открытой статистике сайта. Получайте ежедневную возможность пользования деньгами облака. Делитесь радостью со своими друзьями и зарабатывайте еще больше. Получайте 15% от лично приглашенных вами участников. Получайте 5% от участников, которых пригласили ваши друзья. Получайте 1% от участников, которых пригласили друзья ваших друзей. Cloud Money на сегодняшний день лучшая из когда-либо существовавших финансовых систем. Ну вот, в общем-то, вы посмотрели ролик. Ну и давайте, наверное, продолжим. То есть тут все довольно-таки подробно было рассказано, как все работает. Здесь также на сайте, чуть ниже, после ролика, идет вот такие вот анимированные картинки, на которые можно нажать, точнее, навести и посмотреть, какое количество участников в системе на сегодняшний день. Но если учитывать, что проект запустился, старт проекта был 15 апреля, точнее не старт, а предстарт, то есть там шла просто регистрация участников. Вот. А с 25 числа произошел уже официальный старт запуска системы, когда мы смогли заходить в личный кабинет, делать вклады и уже на следующие сутки получать свои первые выплаты. То есть вот на сегодняшний день у нас 2471 участник. В облачном фонде сейчас находится
63 208 долларов. Регистрация за сутки произошла 81, средний вклад, ну вот примерно 283 доллара, то есть как бы, ну, порядка, наверное, 10 тысяч, я так думаю, сейчас делают вклады. Отправлено денег в облако, это вот 18 062 доллара, полученные из облака средств 19 308. Почему именно такая сумма? Ну, во-первых, произошел только старт системы, поэтому очень много реферальных бонусов было выведено в первые дни, тут ничего такого страшного нет. В последующие дни сумма будет довольно-таки выровненная, поэтому показатели, скорее всего, что здесь будут немножко другие. Но, опять же, это мое предположение, то есть никому ничего не навязываю. Официальные ответы, думаю, мы услышим чуть позже. Так, ну, в общем-то, здесь о системе, новости, обратная связь. Вы здесь все можете почитать, посмотреть, ознакомиться, как это все выглядит. Вот. Ну что, поехали дальше. Давайте посмотрим, как, собственно, устроен сам кабинет и что он из себя представляет. То есть заходим в кабинет в наш, и что мы тут видим? То есть вот мы заходили командой, нет, у нас пока 3 человека, но посмотрим. Дальше будем, наверное, развиваться, и об этом в своих следующих обзорах мы, наверное, расскажем. Значит, мы зашли в программу, сделали, в общем-то, небольшой пока вклад на 150 долларов. То есть вот заходим во вкладочку «Мои вклады», и что мы здесь видим? Почему-то здесь нет 150 долларов, да? Но по правилам системы на сегодняшний день, согласившись с ее, естественно, условиями, на счет зачисляется только половина, то есть 75 долларов зачислилось к нам в кабинет, а оставшиеся 75 долларов нам равномерными частями в течение месяца по 18.75 будут зачислены. Тут указана дата, когда будут эти зачисления. Вот. И то есть полностью все 150 долларов в течение месяца будут зачислены на наш счет. Сейчас выплаты происходят вот пока от этой суммы. То есть, когда сумма будет прибавляться, соответственно, сумма выплат будет 1% будет выплачиваться от общей суммы нашего облака. На сегодняшний день в облачном фонде именно у нас находится 7630. То есть мы находимся тут уже с самого начала. То есть мы зарегистрировались 15 числа. Первый вклад, соответственно, мы сделали 25, когда начался старт системы в первые же часы. Вот. И чуть позже, ну, где-то, наверное, через пару часов уже будет следующая очередная выплата 1%. Тоже посчитать будет несложно, то есть там где-то порядка 80 центов будет увеличение. Вот. То есть первая выплата уже выведена на наш кошелек в Perfect Money 0,77 доллара за первые сутки участия в нашей системе согласно правилам. Вот. То есть 2,76 у нас начислилось, и 1% у нас выводится ежедневно на наш кошелек. Вот. Тут можно посмотреть транзакции, которые были выполнены. Значит, вот мы сделали вклад. Опять же, отражается только 75 долларов. Под нами уже зарегистрировалось по нашей реферальной ссылке 7 человек. По ним, ну, пока, так скажем, вступили, да, которые сделали именно денежные вклады. Это вот пока, наверное, я так понимаю, 2 человека. Произошло начисление первого реферального бонуса в размере 3 долларов, так как вклад, скорее всего, что был небольшой. Вот уже спустя первые сутки участия в системе 26 апреля мы получили свою первую выплату в размере 0,77 доллара в Perfect Money. Вот. И вот происходит как раз автоматический вывод реф-бонуса в размере 3 долларов, тоже 26-го в 19 часов. Это было сделано в первые сутки, то есть сразу реф-бонус не выводился, реф-бонус зачислялся только через сутки. Но это нужно было специально, чтобы не подгрузить систему. Все последующие реферальные бонусы вы будете получать сразу через 5 минут после того, как участник, зарегистрировавшийся под вами, сделал вклад. Так вот, то есть нам начислился вот это уже сегодня
сделали вклад, и мы получили свои, опять же, реферальные начислился в кабинет 14,85 доллара. И тут же буквально вот через минуту уже этот реф-бонус в размере также 14,85 отправился к нам в кошелек Perfect Money. Чуть попозже я вам покажу, как это все зачислилось где, и куда это все смотреть. Вот. Мои партнеры, здесь показывается количество участников первой линии, которые под нас зашли. То есть вот 7 человек. Общая сумма реферальных бонусов, которые мы за них получили, 17,85 на сегодняшний день. Ну, сумма, естественно, будет увеличиваться и будет расти. Потом мы их можем опять же вкладывать в систему и так далее. По второй линии идет уже реф-бонус в размере 5%, и третья линия 1%. Дальше уже начисления нам никаких не производится. То есть это только вот мы зарабатываем на первых трех линиях. Здесь есть такая кнопочка, как отказ от ежедневного платежа. То есть вы можете принудительно нажать эту кнопку, и денежные средства в ваш кошелек каждый день попадать не будут. Будет ручной вывод, когда вы уже сами пожелаете, тоже появится здесь дополнительная кнопка на вывод денежных средств. Вот. Также здесь вы можете сделать вклад, максимальный вклад в систему $1000, поэтому вот у нас на $150 мы сделали вклад. То есть мы сейчас можем еще добавить определенное количество денег. То есть вводим сумму, какую нам нужно послать в облако. Ну, здесь я показывать не буду, потому что сейчас пока мы не вкладывать не делаем. Чуть позже. Так, значит, ну и зайдем, наверное, в настроечки системы. То есть здесь мы указываем наш счет в Perfect Money. Чуть позже здесь появится Liberty Reserve и, скорее всего, что мера платежной системы. То есть также сюда будут вводить свои кошельки. Что, вот опять же, галочка «Автоматические выплаты» у нас стоят. То есть это что значит? Галочка, когда мы ее ставим на наш кошелек, автоматически, естественно, будут происходить зачисления. То есть нам для этого ничего делать не нужно. Мы согласились, галочку поставили, и в автоматическом режиме реферальные бонусы и выплаты системы в размере 1% происходит все на автомате. Что за такое подключить IP? IP это используют многие платежные системы, данный сервис. Те же самые там Kiwi кошелек, WebMoney, там тот же самый Контакт, Одноклассники не знаю, но, по-моему, многие системы используют это IP как вот для связки, так называемый. Более подробно, я думаю, что вы с этим можете в Википедии ознакомиться, не будем вдаваться в подробности. То есть, но смысл здесь в чем? То есть вы когда соглашаетесь, я готов подключить IP, ваш кошелек подключается вот как раз к денежному облаку. То есть все деньги хранятся у самих участников, да, и они распределяют. Вот кто согласился подключить свой кошелек к этому облаку, вот к этим людям будут приходить денежные средства. Но, говорю, опять же, с этим подробнее вы можете ознакомиться как на сайте, так и потом появится еще более детальная информация. То есть это удобно, это ноу-хау, ни в одной раньше существовавшей системе, ни в МММ, ни в SFN, то есть нигде такого не было. Это первое, что используется. Во-первых, используются кошельки Perfect Money, то есть это очень удобно, потому что деньги не хранятся в банках, деньги хранятся у вас на счете, да, и их проконтролировать практически их вообще невозможно. Вот, тем более вы здесь выступаете полным анонимом, никто не видит, кто кому куда переводит деньги. Это очень удобно. Вот, то есть, что значит еще можно рассказать здесь на сайте? Ну, здесь вот еще, опять же, есть как раз вот я показывал про конкурс, который проходит, где можно здесь проголосовать за видео участников, которые хотели бы поехать на Кипр, да, и попасть в эти 10 человек. Вот. Здесь есть также наше видео, размещенное нашей командой, ну, точнее, человеком Дмитрий Ефремов, который сделал это видео, да, и вот он его здесь разместил. Поэтому, ну, если не трудно, если оно вам понравится, вы можете за его видео проголосовать. Ну, поставить либо плюсик, либо минус, в зависимости от того, опять же, как вы к нему отнесетесь. С моей позиции, да, видео довольно-таки очень интересное. Очень. Ну, посмотрите, сделайте свои выводы.
Так, ну что, давайте перейдем, наверное, на Perfect Money. Я покажу, как здесь это все выглядит. Вот, собственно, это наш кошелек. Заходим на главную страницу, на главный мой аккаунт. И здесь, как входить в кабинет, как с ним работать, как в нем регистрироваться, как вносить у него денежные средства. Это все подробно изложено в интернете, на канале YouTube можете набрать. Опять же, у нас в группе ВКонтакте есть информация, как все это делается, как все оформляется. То есть здесь ничего сложного, в общем-то, нет. Вот. Вот наш основной кошелек долларовый, который у нас привязан к Cloud Money, как я уже его вам показывал. То есть вот он. И также вот он у нас находится в Perfect Money. Ничего тут такого нет. Заходим в сам непосредственно кошелек. И что мы тут видим? То есть вот наши 150 долларов. Ну, 0,75 это комиссия. 0,5% это берет Perfect Money за денежные переводы кому-либо в системе. То есть вот мы перевели, перевод был сделан на кошелек Cloud Money. Пока используется один кошелек, потом, когда будет подключено полностью денежное облако, будут использоваться различные кошельки. Также и наш кошелек, так как мы его будем использовать в этом денежном облаке. Вот. Так, ну и вот смотрите, то есть у нас 15 долларов нет, это нам просто перевод был сделан, это не имеет отношения к Cloud Money. Вот. Значит, первая наша выплата 0,77 доллара через сутки была автоматически произведена от Cloud Money. Мы видим, да, вот платеж совершен, дата, какой баланс на текущий момент, во сколько это было совершено, вот 26.04.15.52. Так, и вот уже сегодня, так, нет, да, нет, это вчерашний реферальный бонус в размере 3 долларов был нам зачислен, также с кошелька Cloud Money. И сегодняшний реф-бонус в размере 14,85 доллара также поступило в автоматическом режиме на наш кошелек. Ну, в общем-то, все, наверное, здесь. Единственное, могу показать, как подключить API-интерфейс непосредственно в самом Perfect Money, чтобы у вас не было сложностей. Опять же, заходим на основную страницу вашего кошелька, мой аккаунт, нажимаем «Изменить настройки», заходим в «Безопасность». Здесь есть «Изменить параметры безопасности». Заходим сюда. Здесь, ну, тут можете почитать, ознакомиться более подробно. Нас здесь в данном случае интересует только API-интерфейс. То есть здесь будет кнопочка «Включить», у нас уже он подключен. Вы соглашаетесь с этими условиями, ничего здесь редактировать не надо, просто его подключаете, у вас загорится зелененькая вот эта вот кнопочка, он, что API у нас подключен. Все, здесь мы больше ничего не трогаем, отсюда мы уходим. Ну и, наверное, напоследок я, наверное, покажу нашу группу ВКонтакте, которую мы создали, да, нашей, опять же, командой. Здесь вы можете спокойно ознакомиться, посмотреть, что мы здесь сделали. То есть у нас довольно-таки красивая группа. Вот, зайдете, посмотрите, сделайте выводы. Здесь находится наша реферальная ссылка, в принципе, она здесь практически везде указана, поэтому это все, вот, ознакомитесь, в общем. Так, ну что здесь по группе можно еще сказать? Здесь у нас присутствует обсуждение, обратная связь, мы постоянно отвечаем на вопросы, которые задают нам участники. На какие-то мы сами знаем ответы, на какие-то мы пользуемся услугами партнера Cloud Money, ну и нашим партнером это Сергей Шорников. Многие о нем знают. Не будем, опять же, вдаваться в подробности об этом человеке и вообще о его структуре, которая существует. Единственное, только как бы покажем сам портал, на который вы также можете зайти и ознакомиться с самим порталом. Также здесь существует своя реферальная система, своя партнерская программа, на которой вы можете зарабатывать. Вот. Но это тоже, я говорю, при желании, вы все здесь можете посмотреть, ознакомиться. Здесь вот есть раздел группы. Здесь есть группа по Cloud Money. Вы сюда заходите. И, в общем-то, в этой группе также все представлено. Представлены видео,
Вот непосредственно Сергей Шорников дает свои интервью. Так, ну и вот здесь самое главное, где вы можете задать вопросы, это заходите во вкладочку «Форум», «Вопросы по проекту». Значит, вот вопросы мы здесь задаем. Опять же, мы, когда их задаем, мы отсюда их копируем и вставляем в группу ВКонтакте. То есть, если что-то нам непонятно, мы пишем их сюда или копируем то, что задают люди, и вставляем сюда. Вот. То есть, ну, опять же, я говорю, при желании вы сможете ознакомиться. Сайт sfsdar.com. Ссылка на данный сайт у нас также существует в группе ВКонтакте. У нас здесь есть пост. И в обсуждениях мы тоже указывали, что вы можете перейти на данный сайт. Как на него перейти, тут все указано. То есть вот, вот наша новость, наш пост. Можете почитать, посмотреть. В общем-то, тут все понятно. Также он присутствует у нас и, в общем-то, и здесь. Вот он. Вот он опубликован. Читайте, посмотрите, ознакомитесь, кому интересно, в общем. Ребята, что хочу сказать, опять же, напоследок. Проект действительно замечательный. Андрей Бардиан и Александр Соколов вызывают только уважение, что они создали такую систему. Хочется действительно верить в то, что система будет существовать долго, что мы поменяем людям мышление кардинально, как относиться к таким системам. Люди научатся понимать, что это не какие-то хайпы, и только руководители пытаются здесь урвать какие-то деньги себе в карман. Да, нет, абсолютно. То есть... А что система рассчитана на долгосрочный период, и что люди здесь действительно смогут рассчитывать на постоянную помощь себе, своим близким, родным. Подумайте, почитайте. Кто, как говорится, кто рискует, тот и пьет шампанское. Поэтому, друзья, подключайтесь. Проект классный, вам понравится. Проект с душой. Люди открытые, лидеры всегда выступают перед вами, выступают на камеру. Не бойтесь участвовать. Проект очень хороший, рекомендую. В общем, спасибо, если что-то было непонятно. Ну, я думаю, вы также можете, я говорю опять же, ознакомиться со всеми нашими новостями вот у нас в группах. Вот, все. Всем пока, всем счастливо. Еще раз спасибо.